Ребята, вы на канале Duda Play, и мы сегодня играем в такую интересную игру. Нужно нам прятаться от котика. Ну, давайте попробуем. Так, бежит девочка, бежит. Оп, давайте спрячемся. Так, котик нас не увидел. Бежим дальше. Опа, а нет, все, мы сделали первый уровень. Круто. Так, 5 монеток нам дали. И мы открыли какой-то бонус. Так, ну давайте попробуем откроем. А, нет, это рекламу смотреть не будем. Так, дальше, поехали, побежали. Оп, за яблоко спрятались. Опа, котя нас не видел, здорово. Так, давайте здесь. А хотя, в принципе, здесь спрячемся. Но что-то котика нету. А, ладно, бежим дальше. Нету котика. Есть, выиграли. Ну, это, видимо, первые уровни. Они будут, как бы так сказать, самые легкие. Так, отлично. Продолжаем дальше наш побег от кота. Так, он сейчас будет смотреть. Ага, фигушки тебе. Так, я уже прячусь, знаешь, везде стараюсь спрятаться. Так, смотрит. Нету. Все, котик, отдыхай. Ага, все, мы прошли уровень. Замечательно. Но, видимо, потом уровни будут посложнее. Интересно. Ну, пока игрушка мне очень-таки нравится, ребята. Если вам нравится игра, то обязательно ставьте лайки. И мы... Тут, смотри, можно даже одежду поменять, что ли, да? Точно. А ну, тут можно очки даже купить. А, тут все заблокировано? В смысле? Так, а, подожди. Ну, ладно, побежали пока. Прячемся. Блин, я не знаю, когда прятаться, но... Оп, оп, оп. О, здорово. Заметит, нет? Нет, не заметил. Офигеть, круто. Что-то я разбежался там, на самом деле. А, тут что, нужно внимательно быть? Очень-очень внимательно. Ладно, побежали дальше. Ох, нифига, ускорение. Ай-яй-яй, прячься, блин. Ай-яй-яй, он меня сожрал, котяра такой. Ух, словил, блин. А тут смотри, как-то вода какая-то налита или сок. А, это сок был налит. Опа, фигушки тебе. Ага. Да, действительно. Тоже сок какой-то от... Я не знаю. От яблочный сок, что ли? А тут прыгать, интересно, можно? А, о, заметит, нет? А, блин, заметил! Чуть-чуть там, ребята, было совершенно чуть-чуть там. Он, как он так заметил-то? Жалко. Ладно, убежали все равно. Так, играем дальше. Так, видишь, ускорение. А, ну, в принципе, уровень начинается с того момента, где мы играли. А, это хорошо, что я, как бы, помню... Где надо прятаться? Блин. Опа, фигушки. Видишь? Да, точно, мы сейчас убежим. Уровень завершен. Так, 7 монеток нам дали. Блин, монеток мало дают. Ага. Ух ты, что за котик такой интересный. Беленький был. Ладно, побежали. Будем эволюционировать. Опа, есть. Мед. А, ребята, это был разлит везде мед. Все, теперь понятно. Кот, видимо, нам специально мед поразливал везде. Быстрее, беги. Оп. Спрятались. Дальше бежим. Давай. Есть. Бедолашка. Ну, все, completed. Завершен. Уровень. И у нас 67 монеток уже. Тикс, играем дальше. Прячемся. Все, он смотрит. А, он нас не видит. Так, монетки собираем. О, давай под кружечку. Есть. Готово. Скоро добежим. Ах, он опять смотрит. Он что-то ускоряется смотреть. Так, все, готово. И еще 9 монеток мы получаем. Играем дальше. Интересно очень. Так, прячемся. Бежим дальше. О, сколько монеток много. Так, сейчас нам нужно срочно... А, видишь, мы даже можем стоять. И он нас все равно не заметил бы. Этот котик. Так, 11 монеток берем. Так, уже скоро будет 100 монет. Я думаю, что-то можно будет на эти 100 монет купить интересного. Опа. Так, нормально. 2 бутылочки газировки. Оба-на. Какого? А как? А как надо было?
А, я понял. Короче, смотри. Там такие панкейки попадали. Оп. А, блин. А, все-таки, блин, как... Не успел, не успел. Да, слишком быстро девчонка бежит. Не успеваю я на нее нажимать. Давайте еще раз попробуем. Так, бежим, бежим. Оп, все, спрятались. Замечательно. Так, продолжаем бежать. Где тарелочки будут, мы там тоже спрячемся. Оп. Блин, не успел я. Да как, я же знал. Я же знал, что надо под этими тарелками спрятаться было. Ой, да, весело, весело. О, не, ну не должен, да, нет, видишь, не заметил. Так, вот тарелки, прячемся. Ага, фигли, бежим дальше. Оп. Ой, смотри, там на миллиметр. Тут еще прозрачные такие бокальчики стоят. Опа, теперь я знаю, что надо где тарелочка там спрятаться. Да, завершили очередной уровень. 107, а, 118 у нас монет. Так, давайте, что у нас тут за мышка есть? А, магазин. А, что здесь можно такого интересного купить? Порша. Что это такое? А, коробка, коробка с подарками. Шляпа? Это коту шляпа или мне интересно? А, надеть. Так, что еще интересного здесь у него есть? Это я вообще не знаю, что это такое. Бансоку. Ну, ладно. Так, ну что ж, поехали. Типа тут одежда какая-то есть. А, мы что-то приобрели, шляпу, да, например? А, коту шляпу одеваем, блин, прикольно. А, тут только на нос, прикинь, ему этот наклеили. Прикол. Так, ладно, давайте дальше, давайте поиграем. Опа, спрятались. Котик, ты что такое, а? Мы тебе вон сколько одежды. Одежду тебе новую купили, прикольную. Так, забираем монетки. Что ж, давайте еще раз попробуем. Так, прячемся здесь. Нас кот не видит. Замечательно. Блин, я не знаю, где спрятаться. А, вот здесь. Видишь, это прозрачное стекло. Стаканчики прозрачные. Ну, конечно же, котик нас там увидит. Увидит и нас поймает. Так, побежали еще раз. Давай, давай, давай. Опа! Блин, он еще едет, смотри, этот автобус. Да. Надо раньше присаживаться. Видишь? Блин, так же так долго. Котяра, а? Так, ну вот такая вот игрушка, ребята. Если и понравилась вам игра, обязательно поставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Также, конечно же, пиши комментарии и передавай приветы. Но мы будем заканчивать серию. Всем пока-пока!